Уже не первый год организаторы из северной столицы приглашают москвичей для участия в незабываемой программе. С 24 по 29 августа у вас есть возможность поехать жить в деревню Пенина, где расположится лагерь православной молодежи из приходов Санкт-Петербурга, северо-западного региона и всей России. Он проводится в седьмой раз. Его тематика – остров сокровищ. Здесь вы вместе будете искать сокровища в глубине ваших сердец. Будете знакомиться и заводить друзей, трудиться и нести послушание при храме, изучать священное писание, обсуждать важное друг с другом и приглашенными священниками, гостями. Отслужите божественную литургию для молодежи. Конечно, будете петь у костра, купаться в озере и наслаждаться просторами деревенской жизни. Вся важная информация будет опубликована в группе.